Значит, друзья, сегодня у нас в гостях одна из самых мной уважаемых людей. Вот, и надеюсь, будущее России Садовой. Извините за громкие фразы. Значит, это Шушинская. Вот, это Елена Александровна Савинич танцует. Заработала приз, спела песню, умудрится на таком престижном фестивале еще и это не потеряться и оказать еще одно изгорание таланта — артистизм. Вот. Поэтому я вас знакомлюсь с этой стороны ее. Остальное вы про нее знаете. Она сидит рядом со мной. Она закончила аспирантуру. Она отлично. Как и всегда, она все делает отлично. И теперь у нее впереди. Ой, посмотрим. Подготовка и защита диссертации. Подготовка, защита диссертации. Но главное, это что будет потом. Значит, уровень ее вот такой вот. Москва. Форум. А теперь, когда вы поняли, кто сидит рядом со мной, ну, может быть, кто-то вообще не знает. Путинская стипендиатка. Два высших образования, два красных диплома. Ведь отличница, я когда посмотрел несколько страниц научных работ у студентки, мне стало плохо. У меня в студенчестве не было ни одной работы. Вот. Практика 5 или 6 лет, да, вместе. Вот. Вместе с ней, то есть кроме теоретических знаний, у нее появился практический багаж, которого практически нет. Я считаю, что она выбилась в лидеры в научном сообществе именно по этой части. И должен сказать следующее, друзья, я к вам обращаюсь. Вот. Занимаясь только, это мое мнение личное, может она скажет, что это неправда, потому что она была во многих институтах, во многих учебных заведениях, у меня сложилось такое впечатление, что зациклившись и ограничив себя только скрещиванием, опылением, начиная каждый раз с сенцевых, результаты приходят через многие лет, через десятилетия. Вот. А все это можно было сделать одним прыжком, прививками. И я именно в научном сообществе очень много людей, которые занимаются первым направлением, и прививками практически почти никто. Так вот, перед вами одна из сенсаций. Сегодня не успели вместе обсудить эту тему, Елена Александровна. Вот она. Итак, я, причем это было неожиданно, не экспромт 100%. Вот я хожу с камерой и снимаю все подряд. Фильм готов. Наверное, выйдет завтра. Так. Вот. И в этом фильме я подхожу к дереву. 15 лет назад я телевидению предъявлял желтую черешню. Это желтая драгана, да, Боднара. Он мне как перед этот самый его сенец желтый погиб, я перенес. Он не успел погибнуть, когда я перенес на вишню. Вишня выросла, через несколько лет предъявил Саяногорскому телевидению. Вот есть у меня на диске, диски реальные, телевидение настоящее. Я стою, ля-ля-ля, желтая драгана. Еще пару лет, и она замерзла. А от корней пошли веточки. Жду год, а жду чудо, Елена Александровна. Вот, то есть подвой красный, а привой погибший был желтый. И тогда случилось следующее. Растет год, нету ничего, второй, третий, пятый год. Я устал ждать. Сегодня я хожу, пятый или шестой год, врать не буду, точно не установил. Значит, подхожу. И ля-ля-ля, рассказываю эту историю. Привил, погибло, жду, а вдруг плоды будут желтые. Захожу с этой стороны, с камеры. Клялся тут же Богом все это увидеть. Искренне, невероятно. Да вот же он, блядь, этот вегетативный гибрид. А чего головой киваешь? Твои же эти говорят, что нет их на свете. А? Говорят. Говорят, пусть говорят, да? Вот это чудо, это сказка.
Вот. И я уж и так его это попробовал со всех сторон сфотографировать. Ну, вот так получилось еще. Но он висит. А остальные зелененькие, они ждут своего часа. Успеваешь увидеть? Да, конечно. Вот. Мне нужно подтверждение. Я уже не раз говорил. Много чудес, которые трудно поверить. Как было написано в этом ответе, когда реакция была? Я потом как-то еще раз покажу. Значит, детерминизация, вот, уже наука. И ведь наши современники, твои же эти кандидаты наук, они умудрились, могущественные резвики. А я потом нашел эту фразу, она была напечатана в 1930 году. Через 7 лет будет столетие. А они взяли и повторили ее. 100 лет ничего не делали. Действительно, начинаем с нуля, Александр. Вот. Это, ну, у меня примеров несколько десятков. И в этом фильме есть. Есть вишня, на которой была привита черешня. Черешня погибла, а вишня вылезла 2 раза. Да, это было. Вот. И я сегодня опять снимал фильм. Вот, поздравьте меня, друзья. Вот, поздравьте. Жаль, мы не встретились в деревне. Я бы сразу поволок бы. Вот, не может быть. Вот, ладно. Теперь мы заканчиваем разговор. Он сегодня разговор будет трудный и не всем интересный. Итак, черешня. На черешне самое настоящее Нашествие. нашествие, значит, тли. Вот. Сейчас я хочу до конца разобраться, потому что тема серьезнейшая. Вот хорошо, что ты рядом. Че не прав, говори, не прав. Чуть что по морде. Согласна? То есть мне по морде. И вот смотрите, что получается. Итак, начинаю издаля. Очень издаля. Еще дальше. Космогония. У нас нет соседей в космосе. Считается, что мы одиноки, а это дает основание считать, что жизнь случайна, что возникла из грязной лужи, слиплись с дуру молекулы, появилось вот это животное без чести, без совести и так далее. Вот. А если бы были бы цивилизации нашего уровня или выше, то это было уже не так. Значит, это не случайно. Значит, надо идти в церковь и на всякий случай молиться Богу. Вот, чтобы даровал жизнь вечную и так далее. Но дело в том, что нету этих цивилизаций. И тогда люди думали, думали и пришли к такому выводу. Не все, но некоторые вроде меня. А, наверное, я специально подвожу к тле, подведу, а точнее к несчастным муравьям. Это важный разговор. А нас сейчас мало пока. Кому надо, тот здесь. Кому это интересно. И вот получается следующее. Раз цивилизации нету, значит, а они не могли не возникнуть. Значит, что? Это значит, что они себя уничтожили. Самоубийство. Как можно убить сам себя? Ну, ядерная война, значит, следует за ней эта самая зима, так, ледяная, и цивилизация умирает. Ну, опять каменный век, кто-то шахты вылез, выжил, взял топор. Вот, все с нуля. А обратно до космического состояния дожить не могут. Опять себя уничтожают. Как? Привожу конкретный пример. Итак, ученые биологии есть. И, наверное, тебе придется это. И сейчас мне очень важно будет твое мнение, почему. Значит, начинаю тоже издаля. Итак, мы видим вот эти грибы. Так. Вашка, я еще издаля подводить буду все к тому же. Как мы себя уничтожим, я уже сейчас знаю. Итак, Красноярск. В одном из ваших институтов, у меня есть фильм, у меня есть их статья, просто по воспоминаниям, как там. Значит, они обнаружили, что от целого гектара леса погибают, якобы из-за, мы эту тему когда-то обсуждали, из-за грибов и пят, которые покрыли сверху донизу, деревья гибнут. И вот эта страшная вещь, которая была в статье произнесена, красноярские ученые решили, чтобы уничтожить эти грибы, значит, сделать так, чтобы создать против них не просто, их же не берет ничего. Знаешь, это все это ядохимикаты, они это, а сделать биологическое оружие, биологическое. То есть раз, они все уничтожены. А это было на полном серьезе. А знают они, не знают, что жизнь грибов. Мне пришлось десятки фильмов посмотреть. И выяснилось, что они все связаны друг с другом микоризой. И на всей планете, может, кроме Антарктиды, а может, и там где-то подо льдом они есть. Да, наверняка есть.
Значит, получается, если где-то в Красноярске носили биологическое оружие, грибы исчезают на всей территории России, ну, понятно, Африки, Азии, вот, перевезут их туда, вот, не может. Может быть, в Америку выживет, а мы-то точно Евразия погибнет. Сколько времени идет на погибель? Грибы перестают работать, разорвана пищевая цепочка, так, никто не утилизирует то, что погибло. Но ведь грибы-то поедают только мертвую органику. Это же Это сапрофиты. дайте поцелую. Ну, есть же Они же нормальные. не уничтожают деревни, они уже едят то, Так, что а уже погибло. твои коллеги сказали, что уничтожать, что лес уничтожили, гриб опята. Это фильм мой создан. Лес уничтожить мог какой-нибудь вредитель, например, там, ну, жук, топограф, к Вот. примеру, или разные другие заболевания, Вот поэтому или ты сидишь вредители. рядом. А это уже они в симбиозе ведь живут. Да, это симбиоз, это нормальное состояние. Спасибо тебе за это. Едят они уже Вот. мертвое, Теперь, а если не живое. твои коллеги создадут, ведь они же что, не знают, что все грибы на всей планете связаны микоризой? Должны знать. Так а Коллеги зачем? Они же, должны знать. они действительно, я же не зря. Еще тогда у власти был этот самый Медведев, президент. Я на полном серьезе, я прям в фильме обращаюсь к ним, статью их процитировал про биологическое оружие. И сказал, я вынужден впервые в жизни стать стукачом. Обращаюсь прямо к Медведеву, остановите. А вдруг не эти, так другие. Потому что грибы во всем, кроме тебя и меня, во всем, может быть, еще редкий случай, когда все грибы признаны виновниками, якобы они жрут все сады наши. Вот. И вот эта вот страшная вещь одно. И тогда получается как? Придумают биологическое оружие, и вот эти вот полезнейшие существа, они полезные, они, вот они. Они жрут то, что полагается им это, по должности. Утилизация. И дальше получается, что да, цивилизация наша прекратит свое существование. Через несколько лет мы умрем все с голоду.